Приветствую всех на своем канале. Сегодня мы продолжим вязать такой носочек, ажурный белый. Вот мы с вами довязали уже до мыска. И мы будем сейчас вязать вот такой мысок. Полностью будет идти лицевыми петельками. Так. Приступаем к вязанию. Так, сейчас мы маркеры эти перенесем сюда и сюда. Так, я вот закрепила сюда маркер и сюда. Теперь у нас получилось вот верхняя часть 20 петель и нижняя тоже 20 петель. Так. Теперь мы провяжем сейчас с лицевыми петельками один ряд. Все вытягиваем. Так. Так, один ряд провяжите, потом начнем делать убавления по краям. Вот до маркера мы доходим уже. И одна петля вот остается до маркера, мы ее вот одна осталась, так, перед маркером. И после маркера одна. Мы эти две петли сейчас провязываем одной. И будем провязывать. Я поворачиваю эти две, как обычно. Повернула лицевые петли, чтобы они не были перекручены. И провязываю их здесь за переднюю стенку, две вместе одной. Провязала. И дальше вяжем до следующего маркера точно так. Полностью все вяжем лицевыми петельками. Так, довязываем мы до следующего маркера. Тоже одна остается перед маркером и после маркера. И провязываем две вместе уже за заднюю стенку одной петлей. И дальше вяжем до следующего маркера. И вот мы довязали уже до следующего маркера. Теперь мы берем уже вот это, которое вот две мы снимали, да, две одной провязывали. А это теперь три петли будем брать, потребуем провязывать одной. То есть сразу две петли будут сниматься с каждой стороны. Я с левой стороны их поворачиваю, чтобы ровно было. Когда провязываете за переднюю стенку, тогда ровно ложатся петли. Вот я провязываю 3 одной. Провязала.
Итак, вяжем до следующего маркера. Опять снимаем мы здесь 3 петли, провязываем одной. Так. Итак, каждый раз возле маркера вы снимаете по 3 петли для каждого. Пока останется у нас посередине 6 петель. Вот я дошла до следующего маркера, опять 3 петли сняла. То есть вы поняли, возле каждого маркера здесь снимаете 3 петли. И здесь, это центр, чтобы вы знали. С одной стороны и с другой. Будете снимать до тех пор, пока у вас вот здесь останется 6 петель. Это с лицевой стороны, как бы с передней стороны. И со стороны ступни тоже 6 петель. Продолжайте вязать. Вот мы провязали. У нас осталось вот с одной стороны 6 петель. И вот сзади тоже осталось 6 петель. Итого у нас на спицах осталось 12 петель. Теперь мы их будем закрывать иголкой. Так, маркеры я уже снимаю. И вы можете снять уже. Так. Нитку тоже можно обрезать. Я приблизительно ее так обрежу. Так, я нитку вдела в эту иголку. Я люблю такими иголками шить. Так, и закрываем. Передвигаю я, вот передвинула спицу. Вот у нас конец остался. Я передвинула, будем снимать теперь с этой спицы. Петли на иголку я снимаю. Так, вот они на иголке. Теперь опять это передвигаю. И теперь эти снимаю. Итого у нас осталось 12 петель. Откуда они взялись? Почему именно столько петель? Я вам говорила за... Когда мы вязали пятку, почему так? И сейчас объясняю. 20 петель остается вот с одной стороны и с другой 20, да? Мы их делим на 3. Получилось у нас полностью оно как бы так не делится. Делится, получается, 7 петель и 7 петель и 6. Получилось, что я по краям оставила здесь по 7 петель. А здесь оставила 6. Если, допустим, было 19 петель, то я поставляла, допустим, здесь бы по 6, а тут бы оставила бы больше петель. Но так как тут так, то распределяйте как хотите. Но я так распределяю. Мне кажется, так вернее. Так, теперь мы вот одели на нитки и на иголке. Вот эти 12 петель. Я их специально вот вам показываю сейчас. Теперь я шью с лицевой стороны. Я одеваю через эти петельки, протягиваю в край, вот так. И начинаю эти петли, еще прошиваю аккуратно. Вот беру их, край, видите, и вот так. Таким швом, как я и сшиваю боковины. Смотрите. Полностью
изделие, когда вот вяжу, сшиваю. Точно так я сшиваю. Так. Вот мы уже сшили. Смотрите, поближе. Аккуратно со всех сторон. Все, теперь я ниточку с иголкой. Так, вдеваю. И сейчас мы ее вытянем через изнанку. Вот изнаночная сторона, вот наша иголка. Я вытаскиваю, смотрю, просмотрите еще, вот вытаскиваю на изнанке, вот, и на изнанке тут же закрепляю. Так, вот так сделаем. Закрепила и отрезаю. Все, тут мы же на изнанке закрепили. Потом эти штучки уберем. Все, теперь я вам показываю. Вот готов наш носочек. Наша пяточка. Осталось теперь постирать. Вот ровненький совсем после стирки. Вот эти я уберу. Я иголкой убирала. Я вам показывала, как я убираю другие, по-моему, носках. Так что можете посмотреть. Так, вот наши носочки. Все. Красивая, нарядная, ажурная. Спасибо за внимание. Благодарю, что заходите на канал. Всего доброго. До новых встреч.